Как вы уже видите, за моей спиной находится настоящее произведение искусства. Это фея. Она производилась 60 дней. 10 человек ежедневно работали с каждой нитью. 3,3 метра на 1,80 м. Это самый маленький размер. Клиентка просто была влюблена в это изделие. Это очень-очень сложное решение. И нижняя часть выполнена из 20 тысяч кристаллов. Здесь 14 500 нитей, друзья. 150 килограмм. Эту фею переделывали несколько раз. На каждую нить выделяется 3 сотрудника. Вы, наверное, хотите узнать, друзья, как ее же будут доставлять и устанавливать. Увидеть вот потом в итоге в интерьере реализацию. Это будет безумные эмоции. Наверняка многим интересно, сколько же она обошлась клиенту. Смотрите ролик до конца, и я назову стоимость всей этой люстры. Господа, приветствую вас. Я Кирилл Левин, руководитель компании МБЛ. И сегодня я вам покажу крутую арт-люстру, друзья. Как вы уже видите, за моей спиной находится настоящее произведение искусства. Друзья, посмотрите, это фея. Размер ее 3,3 метра на 1,80 м. Клиентка, смотрите, изначально заказала хрустального коня для своей гостиной. Но у фабрики возможности куда больше. И она увидела в каталогах работы этого производителя. Клиентка просто была влюблена в это изделие. И она выделила огромный холл в своем доме 100 квадратных метров под это изделие. Так как в холле 7 метров потолки, такое изделие вполне оптимально помещается. Это самый маленький размер на самом деле этой люстры. Фабрика может произвести это изделие в разных размерах, только больше по размеру, не меньше. Это самый маленький размер. Эта люстра состоит из 60 тысяч кристаллов. Друзья, 60 тысяч кристаллов. При этом 40 тысяч кристаллов это сама фея. И нижняя часть выполнена из 20 тысяч кристаллов. Это правда огромное изделие. Здесь 14 500 нитей, друзья. И вы спросите, сколько же она производилась? Конечно, она производилась 60 дней. 20 дней только разрабатывался дизайн, а 40 дней работала целая команда рабочих. 10 человек ежедневно работали с каждой нитью. На каждую нить выделяется 3 сотрудника. Один отмеряет длину, второй насаживает вот эти вот кристаллы и третий примеряет на общем изделии. Представляете, какой сложный труд. Ежедневно по 12-14 часов работали здесь очень уникальные сотрудники и, конечно, уже с огромным опытом. Тут невозможно просто обычного человека так вот взять и пригласить на организацию такого безумного изделия. Так, у нас есть данные о том, что эта вся люстра весит 150 килограмм. Высота этой люстры 3,5 метра. На мой взгляд, это очень-очень сложное решение, на которое подписалась наша команда МБЛ. Но мы, так как уже сделали хрустального коня, поэтому решили пойти дальше с заказчицей и исполнить более сложное изделие, как вот эта фея. Интересно, конечно, ваше мнение в комментариях. Смотрите ролик до конца, и я назову стоимость все этой люстры. Наверняка многим интересно, сколько же она обошлась клиенту. Обратите внимание на детализацию. Например, силуэт тела, браслет на руке, пальцы, волшебный шлейф. Друзья, посмотрите, как детально выполнен. Это изделие будет висеть в огромном пролете лестничном, поэтому с 2-3 метров это еще более впечатляюще выглядит на самом деле. Переливаются кристаллы. Нюансы все, вот, например, с силуэтом очень-очень аккуратно выполнены.
четко. Поэтому все пропорции соблюдены. Ее уже, эту фею, переделывали несколько раз, подгоняли в идеал. Согласовывается с заказчиком много-много раз. И видео, и фото. Наш старший менеджер Ксения взяла на себя этот проект. И, конечно, уже сотни-сотни километров сюда накрутила, приезжала и обсуждала очень-очень много деталей. Это вам не Миноти мебель, друзья. Вы, наверное, хотите узнать, друзья, как ее же будут доставлять и устанавливать. Но так как мы уже доставляли до этого изделия хрустального коня, мы знаем, как упаковывать эти нити. И дальше есть очень уникальный мастер в Москве, кто действительно в идеале инсталлирует такие изделия. Поэтому с мастером уже второе изделие, более сложное, согласовывалось заранее. Думаю, когда вы заинтересуетесь такими изделиями, и мы вас будем индивидуально консультировать по установке. Вот на сегодняшний день у нас есть специалисты в Москве только. Не знаю, может быть, стоит ему приобрести билет, и он полетит в Дубай, заинсталлирует такое же изделие. Почему нет? Может быть, у вас уже был опыт работы с такими арт-объектами, или вы мастер, тоже пишите в комментариях. Очень интересно получить таких вот уникальных мастеров по всему миру, сотрудничать по установке вот таких вот арт-объектов. Да, это очень красивое изделие, правда. Вот такие уникальные работы вдохновляют развиваться нашей компании и всей команде. Увидеть вот потом в итоге в интерьере реализацию именно такой люстры, это будет безумные эмоции для всей нашей компании. Ну и, конечно, для заказчика в первую очередь. Да, и самое интересное, вы все ждете, сколько же стоит эта фея. Друзья, эта фея стоит 42 тысячи долларов. Пишите ваши комментарии, дешево или дорого. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поддерживайте нас традиционно своими лайками. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Всем пока!